Suzuki V-Strom 650, версия на АБС, 2017 год, пробег 16 тысяч, цена на сегодняшний день 795 тысяч. АБС перед-зад, резина новая, цепь, звезды, все отлично, колодки, все отлично. Версия, ну, экземпляр, скажем так, сели, поехали. А, кофров нет, ни бокового, ни центрального. Установлены дуги, защита рук. Резина, как видим, новая. Тормозные диски в идеале. Колодочки там тоже все в идеале. Вилочка, претензий вообще ничего нет. Даже пыльнички все целые. Мелкие какие-то царапки где-то есть. Но смертельно ничего абсолютно нет. Трубы у нас в прекрасном состоянии. Не поджаренные, не подпаленные, не закопченные. Мотоцикл просто в идеальнейшем состоянии. Есть подогрев рук. Скажем так, максимальная комплектация. Здесь у нас все менюшки листаются. Ближний, дальний. Так, фокус. Угу. Здесь есть розеточка. Здесь розеточка. Кнопочка аварийной сигнализации. Два ключа. Какой-то интересный тумблер. Сейчас разберемся. Так, запуск через сцепление. Traction control также имеется. Два положения. Розетка 12 вольт, 36 ватт. Понятно, ну что, тумблер, скорее всего, отключение розетки. Водичка. Подогрев рук, 5 положений. Боковая, центральная подножка. Мотоцикл считается, наверное, самым мощным в своем классе по лошадиным силам. Достаточно хорошо едет, очень прекрасно. Приемистость. Как бы для кого тяжелый и большой литровый, вот вариант 650. Идеально. Несмотря на то, что они внешне очень похожи, все равно 650-ка она полегче. Как ни крути.